Дождалась. Первую свою песню Олеги, в ней есть про время. Поэтому в тему. Сейчас музыка Веры Вотинцевой, стихи Веры Вотинцевой, музыка Нины Вотинцевой. Случайная музыка. Из той колоды, что судьба причудливо тасует, из ни за что и никогда придуманного в суе, из ерунды, из легких фраз, из дивного молчания, не слышно музыка ткала.
играла тонкая рука над сочетанием клавиш и в нежных радугах звисал. И в нежных радугах сгорел, запутавшись в течениях, дремало время, замерев на тоненьких качелях. Но терпеливо, как всегда, часы себя хранили, и наступали холода, и слезы подступили, кружилась в конусе часов тончайшая песчинка, и задрожала колесо, срываясь беспричинно, но безмятежно легко. Очень бардовская песня. Вот. Но фильм «Король и олень». Вы помните, был такой фильм давно. И там он такой очень интересный, необычный. И роман с Анжелы, баллада, вернее, Анжелы. Совершенно в тему. Уехал странный рыцарь мой 15 лет назад. Когда из
Спасибо большое. Зоя Иваченко. Да.